Опять по иксу, сейчас посмотрим, что там у нас. Воздух, броня. Броня, броня. Да, дороговато. Полупроводник дорого обойдется нам. Но ничего, потом посмотрим. И тут что-то мы подобрали. Сейчас глянем. Бот. Да, конечно же, бот. Так. Цепь подбирали, нет? Нет, у нас ничего нет. О, охренеть, смотрите, сколько всего нам доступно теперь. Вот это другое дело. Так, но, знаете, нам теперь надо выбирать, потому что они стоят дорого, и вернуть мы их никак не сможем. Вот это точно я не буду брать. Это, я не знаю, это для ближнего бола. Боя, балострел, ну, может быть. Это тоже. Вот этот, я же говорил, тоже не буду брать. Это оружие, которое родилось в самой Волгале. Гидравлический молот, это нам не надо, классика. Скорострельная штурмовая винтовка с гранатометом. Вот это, кстати, уже другое дело. Стандартный дробовик. Вот это вот уже другое дело. Вот это совсем уже другое дело, но это будет чуть позже, когда нам надоест это оружие какое-нибудь из наших. И мы обязательно возьмем эту штурмовую винтовку. Обязательно. Ну, мне так кажется, что обязательно. Это наши? А чё они стрёмные эти некроморфы? Ну, уродские, я имею в виду. Вот, смотри, о не, наша пушка мощная очень. Да чё ты меня-то бьёшь? Ты вон этого бьи. А чё они такие? А, это, наверное, солдаты, которые превратились. Я просто знаю Dead Space Awakened. Там вообще жопа. Там уже не страх, там жестокость. Да, вот эти хоррор-игры, да, которые... Там уже не страх. Там уже жестокость начинается, кровище, месиво. Это же не... Да чё ты меня-то бьёшь? У вас он похлеще, там противник есть. Это не меня. Так вот. А, стоп, они чё, превращаются, что ли? Из мёртвых прямо сейчас при мне. Металлолом. Вот, то есть, например, вот Awakened тоже, там какая-то жесткость начинается вообще, дичайшая. Там начинается месиво, там начинаются какие-то обряды, там что-то я непонятное подобрал. Там начинаются какие-то фанатизм с этими с этой юнитологией и прочее. Так, ну мы тут не одни будем по-любому. Или одни. Звук где-то здесь. Ну ладно, давайте здесь поставим. Так. Сейчас мы можем более спокойно здесь походить. Я имею в виду, у нас нет ограничений. Мы можем... Мы находимся в костюме. У нас на нас костюм надет. И мы можем... Немного смотреться. Может быть, здесь есть какие-то ящики, но их здесь не было. По крайней мере, я ни одного не увидел. Так, все, этого тоже, наверное... Кто это говорит вообще? Некроморф, что ли? Крабашоныш. Фига... Эй, я же другую пушку поставил. Да что ты делаешь? Я пробел случайно нажал во время прицеливания. Ну что там за вид? Давида вообще никакого нет. Все в метели. Да, все в снегу. Да. Так. Ну, сейчас начинается уже месиво. Самый страх уже, наверное, позади. Ну, по крайней мере, первые ощущения такие. Инопланетный артефакт. Интересно. Там нажать. Так, смотрим. Всюду, где ведутся расколки, мы находим их обледенелые трупы. И хоть Сиранна утверждает, что они мертвы уже пару миллионов лет, я никак не могу отделаться от мысли, будто бы некоторые из них все еще живы. И не понял, кто 2 миллиона лет. Люди?
Ях ты, муха. Нормально. Только я сказал, что страх позади. А как он вообще? Засранец. Тут везде вентиляция есть. Вот эти сейчас по-любому оживут, нет? Давайте. Че, нельзя? Да вы шутите. Не, можно. А это тоже дохлый. Потому что живых нельзя подобрать. Блин. Так, нам сюда. Тяжелая станина. Блин, я вообще не знаю, куда нам их пихают. Вообще, для чего они? Понятно. Падла, посмотрите, что делать. А, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как мне... Падла, какой у них это радиус. Ссаный радиус действия. А можно я их пушку подберу? Что, это для ближнего боя, что ли, нет? Торсионный вал, чтобы взять и бросить гранату. А, точно. Я тупанул, надо F нажимать. А я такой смотрю на гранаты, думаю, что-то с ней можно сделать. Что за музыка? Вот, и я такой думаю, что-то с ней надо делать. Что-то с ней надо заморозить? Нет, что-то с ней надо сделать. А, на самом деле, надо было кинуть действительно ее во врагов. Но что-то я не догадался. А теперь видите мне подсказку. Сделали. Давайте используем маленькую аптечку. Отлично. Место чуть-чуть освободилось. Маленькая аптечка, блин. Очень много места занимает. А польза, конечно. Ну, есть, конечно, польза, но небольшая такая. Все. Ждем. Они... Че, боятся их? Хотя сами хотят стать юнитологами. Вот как это все происходит. Да, давай, высовывай клешни. Блин, он еще с автоматом. Ну это уже реально бред. Обалдеть. Охренеть, вот смотрите, я его убил, он все равно. Нет, вы знаете, вот этих штук нам ничего давать вообще не будет, да? Да. Ну, точнее, очень мало чего. Но они будут очень нам мешать. Оживляльщики, хрен. Причем башку надо еще убить, самое главное. Потому что башка снова вернется и... Ух ты, ё, фига, это левиафан какой-то. Замерзший. Круто, да? О, да, давай, давай. Я пока ящик разобью вот тут. Бесполезно. Давай, мочи, мочи. Смотри, смотри, там месиво вон. Задом еще или что ты? Только не надо в меня стрелять. Ой, блин! Сейчас реально надо. Бошки эти понабегали, увидели? Понабежали. Это вообще жопа, что немного. Вот это не очень круто. Есть просто новые враги, которые, в принципе, ну, по сложности не отличаются там, да? Вот. А есть вот такие вот говноеды, которые мешают, прям начинают мешать, бесить и прочее. Так, а это что?
Бонус миссия, что ли, какая? Ладно. Мелкие твари. Вообще, гады, короче. Ползучие. Ой, бляха, ну-ка. Прям скорострел прибавился, такое чувство. Надо вот сюда скорострел добавить. Плазменный резак. На, якорный мамай. Где? Я уже собрал, наверное. И, ну, если так постоянно будут мешать. Ну. Отлично. Да, я так и знал. Теперь вверх. Теперь влево. А, ну уже некуда. Ну ладно, угадал. Нет. Стазис забыл еще. Сохранение. Буровая платформа. Блин, чувствую, тут замес будет. Метрический зонт. Что это, интересно? Так, тут ничего не работает. Да. Стазис. Attention all hands. Obstruction detected. Please clear. What is that noise? A giant drill blocking my way out. Maybe I can lower the safety gates. Is that wide? Way to find out. Что там у нас по патронам? Так, я не знаю, будет ли меня сейчас слышно. Это дичайший шум вообще. Подожди, подожди. Потише сделаю. Настройки звука. Эффекты. Давайте вот так сделаем. Ну, хотя бы. Ну, ладно. Так, все, давай быстрее. Сейчас глянем. Новое. Что это? Вот, пилорез. Сейсмоанализатор. Вот этот классный пилорез. Типа труборезы, что ли? Метрический зонт. Так, из закаленного сплава. Ну, урон вроде хороший, да, ущерб. Вот это вот еще классно. Так, да, ну хорошо, потом как-нибудь его посмотрим. Так, вот здесь мы сейчас поставим. Блин, у нас ничего нету. А почему у нас ничего нету, кстати? Так, сейф, сейф, сейф. Аптечку обязательно используем. По стазисам у нас все в порядке. И что же... А, я хотел по чертежам посмотреть. Так, нас интересует вот эта импульсная винтовка, но не очень слабый ущерб. Да, ладно. Ну, допустим. Ну, как же этот шум бесит. Вы что, охренели? Бот ждет на станке. Опять. Наверное, еще один бот. Давай, сразу загружай, что. Я ничего не слышу. Ну, точнее, вы, наверное, ничего не слышите. Все. Стазис. Это, конечно, не очень радует. А, ну. Подожди. Не понял. Ой-ой-ой. Я, кажется, знаю, для чего тут стазис. Эли! Я трап, the drill's trying to kill me! Isn't there an off switch? No! Wait! Yeah, there's a yellow fuse in the center! Чего? Я даже не успел прочитать, зараза. Да, импульсная винтовка нам нужна, наверное. А, подожди, стой. Я понял. Да завались ты, ёптить, чё ж так?
что это с ним? Да блин! Что-то жопа началась какая-то. Что, его тормозить надо, нет? Ой, беги. Завалитесь, пожалуйста. Так. Спокойно. 50% всего-то. Да что ты, собака? Патроны собираем. Где он? Где он? Ой-ой-ой, он под надо мной был. Собирай. Нет, только не эти мелкие уроды. Нет, стоп. Тихо. Бур идет за нами. Да тихо вы, ребятушки. Он месит нас, он месит всех. Он никого не будет жалеть, ни меня, ни вас. Да успокойтесь вы, ёпти. Блин, что с этим буром? Они меня отвалят когда-нибудь. Завалитесь, ёпти. Мелкие, склявые уроды. Да уйди ты. Миси, Хайдек. Да, прям такое чувство, как это. Обелиск мочили во второй части. Такая же хрень. В смысле, надо мочить дети там эти мелкие. Драус. Окей, Элли. We're headed to the warehouse now. Is everything okay? Oh yeah. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Oh good. Чё? Так, теперь надо звук погромче, а то я что-то сам даже эффектов не слышу. Нормально. Может даже еще. Ну ладно. Так, ну чё, все? Куда нам сейчас-то? Туда, да? А здесь мы были. Ну отлично. Идем, господа. Ждите. Я жду. Я дождался. Я тебя чуть не пропустил. Полупроводничок. Так, что там с патронами? Да вроде все шикарно. Блин, надо было что-то там внизу, наверное. Ну ладно. Так. Сейчас замес будет. Ой, блин, жопу чувствую. Потому что я их давить буду никакого толка, да? Они все равно их оживут. Оживлют. Смогут оживить, короче говоря. Блин, я использовал случайно. Так, на всякий случай, может что вылезет. Может быть, он нам что даст. Либо он оживет. А, смотри, тут никого нет. Ну, ладно, хорошо, поверю. Запрятать решили. Нормально. Что такое? What the hell is this thing? It's bad news, that's what it is. Beautiful, isn't it? The scientists called it the Nexus. These bigger specimens acted as conduits for the machine's control signal, broadcasting it to the smaller forms. And that helps us how? Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Well, wait. We need to get inside that thing? Yes.
This is such a wonderful opportunity. Wonderful opportunity. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. No, no good. Ну, конечно, что выйдешь или тебя? If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, all right? Yeah, don't hurt yourself.